Это еще один сорт слабоострого перца. Его плоды в длину достигают сантиметра 5-6, в диаметре около 3-3,5 сантиметра. Созревает перец от зеленого до темно-красного. Очень урожайный сорт. Это низкорослый сорт. Высота куста достигает максимально до 50 сантиметров. Дает очень много плодов за сезон, которые очень приятны на вкус. Вкус у этого перца сладко с фруктовой ноткой. Вот так выглядят зрелые плоды этого сорта. Сорт очень хорошо подходит для салатов, потому что в нем нет практически остроты. По шкале Сковила острота этого перца достигает от 0 до 100 единиц. На этом обзор этого сорта заканчиваю. Заходите на канал, подписывайтесь, смотрите другие сорта перца, который я выращиваю.